Когда долго живешь на одном месте, привыкаешь ко всему, что тебя окружает. Поэтому отзывы в превосходных тонах о благоустройстве нашего города, которые можно услышать от его гостей, заставляют посмотреть на него свежим взглядом. И, посмотрев, увидеть красоту наших улиц и особенно городских парков. Любители активного и здорового образа жизни предпочитают гулять, а точнее бегать по городскому стадиону, который, кстати, никогда не пустует. С утра и до вечера здесь проходят тренировки как профессиональных спортсменов, так и тех, кто просто дружит со спортом и приходит сюда, чтобы поддержать свою физическую форму. Стадион работает без выходных. У инструктора, который здесь дежурит, можно взять весь необходимый инвентарь, чтобы поиграть в волейбол, баскетбол, теннис или просто позаниматься на тренажерах. Славянцы уже привыкли к такому прекрасно оборудованному и доступному спортивному объекту. А вот для гостей города это в новинку. Валерий Долбин приехал из Карачаево-Черкесской республики и был приятно поражен нашим городом. Мне очень нравится этот город, потому что он светлый, солнечный, и здесь очень хорошо люди занимаются спортом. Очень много людей, которые занимаются спортом. Такого я еще не видел нигде, честно говоря. Я прихожу поиграть в баскетбол, побегать, поподтягиваться, для себя позаниматься. Городской стадион – это не единственный доступный благоустроенный объект, где можно позаниматься спортом. Северный парк после завершения капитальной реконструкции превратился в большую досуговую и спортивную территорию. Кто-то сюда приходит просто погулять с семьей по красивым аллеям или посидеть в тени деревьев. Кто-то приводит детей, для которых здесь масса развлечений – электромобили, паровозик, мороженое и, конечно, 5 больших детских площадок. Юные посетители в восторге от обновленного парка. Мне очень нравится Северный парк. Я прихожу в него каждый день. Здесь очень классно. Парк замечательный. Тут много детских площадок, на которые можно играть. Спасибо за парк. Благодарны за парк и взрослые. Они с удовольствием здесь не только просто гуляют, но и не упускают возможности позаниматься на тренажерах или поиграть в баскетбол и волейбол. Гости из других городов, увидев такой высокий уровень благоустройства, принимают решение переехать сюда жить навсегда. Мы живем недавно в Славянске, на Кубани, переехали. Вот пришли погулять с ребенком, с семьей, увидели чудесную площадку, где все обустроено, решили немножечко позаниматься спортом. Прекрасно относимся к этому, очень хорошо все обустроено для детей, и не только для детей, для взрослых, где скрасить есть свой досуг. А о городе прекрасное впечатление, благоустроенный город, чистый, очень много чего создано для отдыха. Для детей, для семей. Нам вполне нравится, устроило. И решили здесь остаться. Конечно, Северный парк – это не единственное место в городе, где можно погулять. Набережное озеро с фонтаном прекрасно дополняет парковую территорию. Всегда многолюдно и в сквере Аллея Любви. Красивые места располагают для прогулок и хорошего настроения. Благоустраивается и хорошеет. Делается многое, чтобы здесь было комфортно жить. Однако славянцам важно научиться ценить то, что сделано. Бережно относиться к спортивным и детским площадкам. Убирать за собой мусор. Ведь, как известно, благополучие начинается с культуры. В том числе и культуры поведения. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».